Сергеюш, с победой. Насколько она сложная получилась? Ну, самая сложная из всех игр, наверное, самая сложная. Даже игра с Хорватией была не такой сложной. Ну, бывают такие игры в отборе. И, в принципе, бывают такие игры, когда мало что получается или ничего не получается. Но в этих играх надо терпеть, на зубах работать, умирать, можно сказать, на поле. Потом футбольный бог вознаграждает за это. В перерыве сделал несколько замен. С чем они были связаны? Ну, как раз с этим связано, что ничего не получалось, особенно впереди, особенно при игре с мячом. Поэтому заменили Смолова и Захаряна. Вот выпустили игроков, которые более, так скажем, работоспособных, наверное, так назовем. Никто не говорит, что они не работоспособны, но больше там, наверное, могли дать передышку игрокам обороны. Сегодня вышли на поле два дебютанта, плюс Кузяев с травмой. Насколько сильный был риск? Ну, риск он всегда один и тот же. Впереди матч со Словенией. Несколько дней на восстановление. Что сейчас нужно сделать, чтобы восстановиться как следует? Восстанавливаться. Ничего больше не надо делать. Надо восстанавливаться, заниматься восстановлением. Тогда, и дай бог, за два дня восстановиться. Сейчас самое главное это. Спасибо, с победой.